И вновь рекорды. В выходные погода порадовала жителей Мари-Эл апрельским теплом и ярким солнцем. Однако на этой неделе вновь могут понадобиться зимние вещи и зонтики. К концу недели синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Уже в течение недели температурные значения больше соответствуют началу апреля. Побиты температурные рекорды. 12-14 марта температура повышалась до 8-9 градусов тепла. Самая высокая зафиксированная температура составляла 7 градусов тепла. Это было в 1989 году и в 2001 году. Под влиянием области повышенного давления в течение недели сохранится солнечная, сухая, аномально теплая погода. Температура ночью минус 2-7 градусов, днем 3-8 градусов тепла. Лишь в пятницу и выходные смещающийся по северу России циклон принесет небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Дополнительной опасностью в ночные и утренние часы станет сильный гололед. Температура воздуха в темное время суток будет понижаться до минусовых отметок. Так что автомобилистам еще рано менять зимнюю резину на летнюю.